Рассказываем, чем больше всего нам не нравится акция пролайферская, они могли бы пойти в школу, проводимая в разных городах каждую осень. То есть вот такие мероприятия с обувью посвящались теме памяти жертв фашистских концлагерей. И пролайферы сделали такую подмену понятий. Погибшие в концлагерях – это убийство детей, и аборт – это убийство детей. Когда фашистские концлагеря освобождались, и по этой обуви искали своих потерянных детей. То есть это тема опознания. Это не просто обувь, это личные вещи этих детей. Теперь смотрим, что делают пролайферы. Выставляют какие-то ботинки. И какую обувь носили нерожденные дети, которых так любят пролайферы? Ну, я думаю, наверное, если только рваный презерватив. Вот-вот, потому что они еще не родились. Это во-первых. Во-вторых, дети в концлагерь попадали из хороших семей. Учиться стать врачами, учителями, летчиками, космонавтами. Да. Вот это все у них забрали, потому что их завоевали враги, пришли враги, у них все отняли. Абортированные дети, они не нужны даже своим родителям. Аборты делаются по медицинским либо социальным показаниям. Если по медицинским показаниям он или просто умрет, долго не проживет, или будет тяжелым инвалидом и никем, кроме как обузой для общества, семьи и самого себя любимого. А если аборт по социальным показаниям, то им тоже никто не будет заниматься. То он тоже или сопьется, или наркоман, или пропадет в тюрьме. Пролайферы делают очень аморальную подмену понятий. То есть они приравнивают каких-то нерожденных детей, никому не нужных, к тем детям, которые погибли или пропали без вести, и их разыскивают любящие родственники. Этим детям уготовлено было место в обществе. Да. Родные для них собирали добро. Были перспективы, они талантливые, они способные, они любимые. Но случились обстоятельства, что от них остались только ботинки. Точно. И в этом трагедия. А если где-то не родился нежеланный ребенок, это не трагедия, а счастье для мамы, для общества и даже, может быть, и для самого этого ребенка. И даже для тех, кто в школе бы учился в том классе, в который этот нерожденный ребенок не пошел из-за того, что не родился. Дорогие пролайферы, ничего личного. Контентом на контент. И комментом на коммент. И мы вас любим.